Доброго времени суток! Ранее мы обсуждали и рассматривали выращивание ахиомных деревьев. Сейчас я хочу рассказать свои выводы по жеодам. Причем я собирала жеоды двумя способами. Первый – непрокнутые жеоды разбираются на пламенеющую древесину, прокнутые – на осколки ахиома. Второй – все жеоды собираются независимо от прока. По затратам на очки работы жеоды аналогичны сбору ахиомных деревьев. При прокачанном ремесле заготовка древесины сбор тлеющих бревен с тлеющих к ней сальфири равен 9 ОР, при непрокачанном – 15 ОР. При прокачанной алхимии определение типа жеода равно 45 ОР, при непрокачанной – 75 ОР. Полить и собрать одно пугало из 8 жеод потребует от 432 ОР до 720 ОР, в зависимости от прокачанных ремесел. Сперва рассмотрим первый вариант сбора жеод. Заработок зависит от цен на аукционе и сильно от удачи. Пламенеющая древесина на аукционе стоит примерно 5,93 голд. Осколки истинного солнечного ахиома 3,45 голд. Звездного ахиома 1,6 голд. Лунного ахиома 7,39 голд. В самом худшем варианте с одного пугала мне удалось собрать ресурсов на 74 голды. Наиболее прибыльное было 97 голд. В среднем получалось 80-85 голд с одного пугала. Если у нас раскачаны максимально два нужных нам ремесла, заготовка древесины и алхимия, затраты очков работы на пугало составляют 432 ОР. Исходя из того, что в среднем примерно получается собрать на 85 голд, то одно очко работы принесет нам 19,7 серебра. За день при регении ОР 2880 ОР получим 567 голд, в месяц 17 тысяч. При непрокачанном ремесле увеличиваются затраты очков работы на обслуживание одного пугала, а значит и прибыли падают в два раза. Также не забываем, что заработок сильно зависит от прока и удачи. Рассмотрим второй вариант. Мы собираем все жеоды, получая с прокнутых жеод осколки истинного ахиома, а с непрокнутых жеод гранулы истинного ахиома. Цены на гранулы на аукционе примерно такие. Гранулы истинного солнечного ахиума 80 серебра, лунного ахиума 90 серебра, звездного ахиума 20 серебра. Также в жеоду может попасть молния, и с расколотой жеоды можно получить расколотый кристалл истинного ахиума. Цена на аукционе: солнечного ахиума 80 голд, лунного ахиума 35 голд, звездного ахиума 14,5 голд. При равных затратах на очки работы с одного пугала во втором варианте мы минимально получили с пугала 42 голд. Максимально 159 голд. Но в этом случае на пугале было несколько расколотых жеод, а такое бывает не так часто. В среднем с пугала получается примерно по 50 голд. За потраченное одно очко работы мы получим 11,6 голд, в день 334 голды, в месяц 10 тысяч голд. Как показала практика, собирать жеоды первым способом является более прибыльно, да и пламенеющая древесина требуется в крафте. Если сравнивать заработок на жеодах со сбором ахиомных деревьев, то сбор ахиума выгоднее. Поэтому на севере многие пугала заняты ахиомные деревья, нежели жеодами. Рассмотренные примеры – это то, что получилось собрать мне с одного пугала с ценами на второй акционной группы. Что ж, заработком на жеодах и ахиомных деревьях на данный момент все. И до новых встреч на просторах мира Архейдж!